Всем привет, с вами Черный Кот, и это будет видео про Су-152, часть вторая. Я уже делал видео по этой ПТхе, вы видели, как она, в общем-то, карает на правильных снарядах, когда мы стреляем кумулятивами. И вот та же самая карта, то же самое место. Мы зашли взводом с моим другом, вот такой сетап, когда сушка чуть выше середины, когда противники для нас совсем, можно сказать, не страшные, и по сути это куча фрагов. Вот сейчас посмотрите, как в таких боях может решать этот танк. Что нужно знать про эту ПТ вообще, если немножко порассуждать? Она, конечно, медленная, она довольно неповоротливая, не быстрая, но это все можно простить вот за ее пушку. За урон в 700 единиц, за пробитие в 258 единиц кумулятивом. И это просто что-то страшное. На самом деле я откатал на ней очень-очень много боев, как я уже говорил в первой части. Катал с другим орудием, с топовым, которое 390 урона наносит, 175 единиц пробития, по-моему, там, миллиметров. Но вот эта пушка мне понравилась больше уже в конце, когда я уже скатал несколько сотен боев, я вот решил что-то вернуться к фугаснице и решил заряжать ее кумулятивами. И машинка раскрылась совершенно с другой стороны, стала очень часто тащить бои, очень часто решать. И вот если вы смотрели первое видео, то вот с этого места мы просто в одиночку закрыли фланг тогда. И сейчас произойдет все то же самое, только будет еще и гораздо лучший результат по урону. Здесь у меня моя ПТХ была обрезанная, у нее не было стереотрубы, так как она зависла в бою на другом танке. Я пошел в бой с обрезанным обзором. Вот по кругам обзора на миникарте видно. Но союзники подсветят, и поэтому здесь веселье нам будет обеспечено. Всегда еду сюда, чтобы прикрыть вот этот коридор по первой линии, в который обязательно ломятся враги, особенно на низких уровнях, низко-средних уровнях, там обязательно едут просто стадом. И на выходе принимать их вот с этой позиции, с позиции в точке А3, просто одно удовольствие на Су-152. Разброс у фугасниц, как мы видим, довольно-таки большой, но это ничего страшного. Это как бы то, с чем приходится мириться. Все равно стреляет она здорово. Первый клиент получает на 753. Хотя нет, лог мне показывает 1672. Видно, кто-то в него еще попал в этот момент. Второй клиент получает просто отличный урон. Вы сами все видели. И поскольку клиентов у нас много, то сейчас пострелять будет в кого. Выбираю специально полные танки, не добираю вот эти вот с 27 XP, чтобы нанести как можно больше урона противнику и, в общем-то, притормозить их, чтобы они не лезли настолько нагло, чтобы они понимали, что у них, в общем-то, от XP уже ничего и не осталось. Именно поэтому я выбираю здесь самые полные танки. Вот такой вот дамаг по 850 единиц практически. И такой дамаг всегда у противника немножечко противника притормаживает. Сразу как-то они начинают прятаться, перестают наглеть. И это важно. Вот здесь я теряю свет. Прошу моего друга подсветить. Он светит. И вот фуловый танк я отправляю в ангар. Вы сами все видите, что творит Су-152, при этом я здесь стою без засвета, меня до сих пор не видят. Вот я вижу, что там двигал танк кто-то тяжелый. Вот выбираю тигра, убираю тигра, потому что у него было больше всего XP. Вот эти недобитки, они уже особой роли какой-то не сыграют. Тоже отправятся, собственно, следом. Итак, у меня 3729 урона уже настреляно. Видно это по логу урона. И мы закрыли просто фланг. То есть просто закрыли фланг, 4 фрага. Фуловых танка практически было опущено. И я перемещаюсь на другой фланг, где сейчас, собственно, вижу вражеские танки. Это у нас по 9-й линии там что-то такое намечается. Вот эта горочка, кстати, очень приятное место, когда мы возвращаемся позащищать базу, на нее можно выкатиться и один раз успешно стрельнуть. И бывает, что этого раза и достаточно. Но я тут еду дальше. Бояться мне тут, по сути, особо некого. Я понимаю, что мой урон обеспечит мне практически
стопроцентный результат. Вот вижу там ПТ-ху. Отправляю ее в ангар. Пятый фраг. И 3943 единицы урона. Здесь мне нужно было настрелять еще 4000. Хотелось, чтобы выполнить личное задание на ПТ последнее, когда нужно набить 4000 урона. Вот сушка для этого подходит. Не в каждом бою это получится. Не в каждом. Но вот бывают бои, когда это, собственно, получается. Так, ускоримся. Еду здесь за другом. Он благородно оставляет мне кого-нибудь, чтобы я добрал свой урон до 4500. Все, я это делаю. Вы сами видите, насколько зло карает эта пушка, насколько без шансов для противников. Ну, дальше уже здесь бой был решен. Уже все, в общем-то, было понятно. Сейчас Т-29 покажет свою башню, ну и фугас отправит его, по-моему, тоже, да, в ангар. И вот так вот. 4999 единиц урона, и мы решили этот бой. Дальше здесь все будут достреляны. Сейчас покажу результаты боя. 7 фрагов, 4999 единиц урона. Вот так вот может делать этот танк. Играйте на нем правильно, понимайте его, и будут бои, в которых вы будете просто тащить практически в одиночку с правильных позиций.